Всем привет! Это вторая часть моего видеообзора на отличный проект Ducatus. Так, поговорим о технических характеристиках Ducatus X против Ethereum. 40 секунд стабильно, именно производство нового блока у Ethereum от 15 секунд до 15 минут зависит от загрузки сети. Стоимость газа, минимальная цена газа 8 гвей, лимит газа 21 тысяча. Соответственно, 8 на 21 тысяча получаем очень низкий лимит. Вот. Цена X-газа 8 гвей, это слишком мало для эфириума, не рекомендую. Лимит газа 21 тысяча, 8 на 21 тысяча равно. Сумма гораздо значительнее, гораздо весомее. Что касается смарт-контракта. Контракты могут быть созданы только после анализа проекта и утверждения администратором через Ducatus X. В эфириум 2, да, твердость. RPC WebSocket Support, да, с изображением безопасности порты открываются только для проверенных ресурсов. В эфириуме просто да. Total Pending Transaction, то есть ожидание транзакции. 0 на данный момент, все транзакции включены в блок, время ожидания транзакции, время создания нового блока. А в эфириуме 34586. Такие вот особенности имеются в сравнении. То есть мы видим, что очевидно, Ducatus X против эфириум действительно превзошел его. Действительно выглядит на порядок лучше. И, соответственно, я бы, допустим, выбрал бы именно Ducatus X для создания своего проекта вот на сети именно Ducatus X, потому что, ну, преимущества, я считаю, они очевидны. Вот, так что можно вообще сейчас уже на данный момент пользоваться кошельком Ducatus, Ducatus Web Wallet, Ducatus можно скачать на Apple, также на Google. Можно покупать, сохранить, обменивать криптовалюту с помощью кошелька Ducatus Wallet. Уже сейчас можно купить токен Ducatus, он уже доступен на CoinsBit. Вот о чем я говорил в первой части моего видеообзора. Действительно, проект интересный. На сайте проекта представлены реально подробные инструкции, видео даже по тому, как создать токен-контракт, например, Ducatus. Вот как создать краудсейл контракт с помощью Ducatus. Так что об этом мы с вами поговорили. Просто еще раз напоминаю. Естественно, ссылку на сайт я оставлю в описании, чтобы вы могли более детально и подробно ознакомиться с самим проектом и, соответственно, начали использовать его. Возможно, рекомендовали кому-либо еще. Потому что преимущества, как я говорил, уже не очевидны по сравнению с эфириумом даже. Также Ducatus он представлен в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, где вы можете узнать всю подробную актуальную информацию о проекте. Соответственно, узнать больше о проекте. Всем советую присоединяться к данному проекту, соответственно, получать очень хорошую прибыль в будущем. Всем спасибо за просмотр, увидимся в третьей части моего видеообзора на отличный проект Ducatus.